Под ракетный обстрел попал украинский город Чернигов, расположенный в 140 километрах от Киева. Жертвами стали по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Разрушены многоэтажки. На месте работают спасатели, огонь тушат пожарные. В атаке местные власти обвиняют российских военных. Однако официальная Москва не раз заявляла, что не обстреливает жилые кварталы. Их цель – военные объекты.